Спасает людей в реальной жизни Вадим Толмачев более 12 лет. Столько же участвует в соревнованиях. Он демонстрировал свое мастерство на международных конкурсах среди спасателей и занимал призовые места. Последние 5 лет он находится по другую сторону баррикад, определяет победителя. Говорит, в реальной жизни спасателям нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. А такие конкурсы лучше любого учебника, помогают отработать важнейшие практические навыки. Они приобретают бесценный опыт. Вот. Самое главное, здесь они получают слаженность с командой, действие. То есть они получают здесь товарищество, они получают здесь плечо мужское, дружеское. И вот это самая важная составляющая. То есть они отсюда, вот все и начинается. То есть как они сейчас будут понимать друг дружку, соответственно, также они будут работать на вызовах. Разблокировать двери, демонтировать крышу, оказать первую медицинскую помощь. 18 команд, в каждой 4 спасателя, продемонстрируют мастерство за 10 минут. Слаженная работа спасателей, владение инструментом, оказание первой медицинской помощи, тушение пожара. Все это с оглядкой на секундомер. По этим параметрам определяют команду победителя. В соревнованиях принимают участие все подразделения спасателей Самары, а также Новокуйбышевска и Чапаевска. В Самаре проходит первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Повышение уровня профессионализма сотрудников, уменьшение времени реагирования, уменьшение времени на проведение аварийно-спасательных работ при деблокировании пострадавших из пострадавшего автомобиля и, соответственно, обмен опытом. Команду победителя определят в ближайшее время, после она представит Самару на областных соревнованиях. Елена Малютина, Василий Калашов. События.